Даня, вот это, вот, блин, Дань, я надеюсь, что ты все же пройдешь этому. Я без колеса! Перед чекпоинтом! Пожалуйста, Рудика! Дань, стой! Совсем чуточку! Совсем! Милипусечку! Давай! Да! Нет, 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 ну ты чё, ну ты издеваешься, ну стой! Нет. Вау! Оу! Вау! Чё? Как я это сделал? Так, это было очень хорошо, я просто... точнее пролетел! Точнее, мне жопа! Точнее, всё, мне конец! Друг, перед началом данного видосика я хочу попросить тебя поставить лайк, потому что это стенка на стенку плюс спуск без тормозов. Как ты любишь, в принципе, будет ад, будет угар, ну и море, естественно, бомбежки. Так что поставь лайк, пожалуйста, подпишись на мой канал, я желаю тебе приятного просмотра, а мы начинаем! Наберем 3000 лайков и новая серия, так что давай ставь лайк, а мы начинаем. Всем здорова, дорогие друзья, с вами сегодня Косов, Лейс и Жел Редфор, и сегодня, друзья, мы проходим маски режим, спуск без тормозов, плюс стенка на стенку в GTA 5 онлайн. Всем здорова, чуваки! Да, друзья, всем привет! Ребята, вам очень понравился спуск, и, ребята, сегодня будет просто адский спуск, ребята, без тормозов, посмотрите, потому что... Да не дай, что это такое? Это просто жесть, ребята, тут 15 или 16 человек, и, ребята, это адская стенка и спуск без тормозов, так что, ребята, сразу лайкусик поставьте! Почему так жестко-то? Я не знаю, ну, блин, братан, такая вот стеночка, такая вот у нас, ребята, сегодня серия... Главное не разгоняться! Да, главное не разгоняться и потихоньку. Господи, там все взрываются. Чей-то капот пролетел мимо меня. Кто-нибудь прошел, пацаны, нет? Это просто... Нет, я пока прохожу, тут это всякие бетонные, блин, стенки. Что это такое? Трубы, блин, не знаю. Сложно, сложно, это реально сложно. Блин, из-за того, что тут еще много объектов, это вообще просто ад какой-то. Да, меня переворачивают. Парни, кстати, я первый, на мое удивление, и я еду... В принципе, пока что идеально. Да блин, не могу пройти элемент. Тихо, что за тачка? И это Бэтмобиль, парни. Я взял следующую тачку Бэт... Наверх! Тут наверх надо, парни. Все, мне кажется, нам GG. Едь по другой стороне. Это наверх надо, what the fuck. Блин, слушайте, мне кажется, тут всем конец. Нет, тут залететь сложно очень. О, Даня, здорово. Так. Ё-моё, тут надо залетать как-то с ускорителем еще. С ускорителем? Тихо! А может, это все машины с ускорителем будут? Да, ну чувак, я не знаю. Скинул специально. Нет, блин, я а тут еще... Я чуть-чуть не долетел. Тут еще грани нету, парни. Блин, тут, типа, вылететь очень легко. Меня все время только чуваки скидывают пока что. А я еще не долетел пока. Ну я вообще даже не могу. Нет, я щеликом врезался, ну нет. Красава. Стой, 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 стой. Блин, на Бэтмобиле очень сложно поднять. Потому что если ты возьмешь ускоритель, то ты просто улетишь. Так давай, 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 давай. Ускоритель. Парни, как там у вас? О, кстати, Леха, ты взял, получается, Бэтмобиль уже или что? Не-не-не, ускоритель обычный. Какие еще спиннеры? Какие еще спиннеры? Ты че? О, Леха, здравствуйте. О, Паша, здорово. Так, все, давай, 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 давай. Нет, чел! Мне что-то не нравится. Как? Чел в воздухе меня поймал. What the fuck? Так, тихо, я живу, я живу. Блин, это реально... Вот сложно, ребята, подняться, спуститься. Мне кажется, это самое легкое. Вот ну, подняться. Конечно. Это сложновато. Да реально, чувак, ты сам попробуй. Ты скидывать их можешь. Ну, да нет, я бы так не сказал. Все, я взял чекпоинт, я поднялся, и это... Пати-бас, блин, мне кажется, это еще сложнее и труднее. Ну, не знаю, ну, пацаны. Ну, хватит скидывать! Вас скидывают, а вот я пока что... Не-не, я уже взял. А, ты взял, я красава, Леха. Вот честно, блин, это просто будет жесть, потому что я понимаю, на пати-басе это адский разгон. Просто если ты возьмешь, то тебя тут расколбасит, разнесет. Я уже переворачиваюсь. Я просто на ускорителе взлетаю на Бэтмобиле. Ну, кстати, вот мне кажется, то, что на Бэтмобиле все же ускоритель не надо юзать, потому что какая-то тачка тебя возьмет, перевернет, упадешь. Я засейвился с помощью ускорителя. А, да? Это просто адский капец какой-то! Меня переворачивает! Давай, нет! Тихо, пацаны, я лечу прямо на вас. А, я тебя вижу. Нет, стой, 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 стой. Здорово, Паша. Так как это проходить-то? Блин, вот я не понимаю, как это мне проходить. Это, не, ну на Бэтмобиле еще более-менее, а вот у меня это просто адская фигня. Нет, чувак меня скинул.
Друзья, поставьте лайк, потому что реально мы сейчас будем очень жестко, мне кажется, потеть на этом режиме. И, кстати, сколько тут чекпоинтов? 14 чекпоинтов. Ну, в принципе, да, не, еще так нормально. Разгоняется? Так, тихо, давай. Быстро. Я, кстати, очень сейчас вот реально на большой скорости лечу, все. Кто это был? Кто это был? Меня кто-то подкинул, блин, я не... Это кто-то кто-то желтенький. Тихо, тормози, 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 тормози. Ладно, пока меня хоть никто не скидывает, пока не бежит. Ну, Паш, ты сам говорил, что спускаться намного легче, чем подниматься. Ну да, я сейчас реально, я смогу пройти, тут совсем чуть-чуть, совсем чуточку, совсем милипусечку, давай. Да. Это жесть, блин, это... Я сочувствую тебе. Я бить буду уже. Фух, я не знаю, я пока что держусь, и меня бесит то, что, блин, тут тачки скидывают друг друга, даже когда вот они едут вверх, а ты вниз, дружище, они тебя скидывают. Ой, да, нет, трогай меня на таране. Ладно, я задом, пацаны, я задом поеду, я попытаю. Так, давай. Меня раскинули. Я перевернулся из-за Бэтмобиля. Так, тихо, нет. Вот так, самое Бэтмобиль. Трудное с таранами ехать. Самое еще трудное. Еще черный экран, блин. Пацаны, самое трудное это батибас, и это спуститься на нем. Это вообще, да, скажи. Так, тихо, аккуратненько. А я знаю, что не понимаю, почему на батибасе чуваки наверх поднимаются некоторые. Наверх? Не знаю. А может, чего? О, я сейчас возьму чекпоинт. Да, я взял чекпоинт. Ебой, это таран, пацаны. Ху-ху. Пацаны, я вам буду помогать, да, потому что... Да, знаю, кому помогать. Сначала помоги. Так, я помог себе, я взял таран. Так что... А, ты там таран-то справишься сначала. А, да, изи, братан, изи. Ой, Леха, я видел, что там полетел такая картоха. Да когда эта штука... Какая картоха? Тихо, ай, ну она желтая получается. А сколько чекпоинтов пошли? Чекпоинтов я взял 5 из 14. Тут уже скрамжит, офигеть. Блин, нифига, тут реактивные чуваки проходят тачки. Быстро. Это реально прям, они какие-то вот, я не понимаю, как а они вообще проходят. Чисто. Да, ой, тихо, Бэтмобиль, извиняюсь, так тихо, аккуратненько проезжаю. И, слушайте, на таране более-менее спускаться, да, потому что... Блин! Легко, что ли? Что говоришь? Легко, что ну, ли? Ну да, легко, потому что он, во-первых, он легкий, это раз. И во-вторых, он легко, кстати, спускается, и ему очень легко управлять, и я беру сейчас следующую тачку. Так, такая всё. Дорога. Ну, дорога, да, такая извилистая, прикольненькая. И я уже беру, кстати, скрамжную, я, кстати, на третьем месте. Ну, прикольненько, но интересно. Такой дороги я еще у себя не видел, в принципе, так что... И лучше бы не видел. Ну, не знаю. Да куда? Господи. Я задом поеду. Кстати, на скрамжете, пацаны, это самое легкое получается, потому что ты можешь подпрыгнуть, ты можешь это реактивный ускоритель завязать, и, в принципе, ну, кстати, да, прикольно будет. Изи-пизи будет. Так, а я пока что... Вот, тихо. Я, кстати, не знаю, почему-то ускоритель. А ты задом ехал? Я нет. Я не ехал задом. Так, тихо. Давай, тихо. Кто летит? Кто летит там такой? На чем? А-а-а, тихо, на патибасе. А, какой-то левый вообще. На патибасе вообще левый человек. Леха! Что? Что такое? Я видел твою подвеску, Леха. Я больше не хочу ее видеть, потому что это просто жесть. Ты прилетел прямо над головой. Так, давай. Стой, красавица, остановись. Долечу, нет, не долечу. Нет, я не долетел, чего? Пацаны, я верю в вас, я надеюсь, что вы пройдете. Катюша тачка, едет. Ну, я не могу поменять. Так, тихо, аккуратно, давай, возьмись. Да, пацаны, я на зенитке. Это капец. Все, мне осталось просто по прямой спуститься. Давай. Ну, блин, спуститься-то, блин, одно. Но вот сейчас камера, я так понимаю, будет, друзья, трястись в разные стороны. Это будет вообще не круто. Ой-ой-ой-ой-ой, все, пошло дело, меня все. Меня чувак скинул, камера убирайте. Трясется, я ничего не понимаю. Так, тихо, аккуратно, так. Господи, друзья. Тихо. Так. Ой, чел, извиняюсь. Так, тихо, аккуратненько. Парни, вау! Да ты, Олег, тихо. Алёша! Алёша, ой, тихо. Алёша! Ой-ой-ой-ой! Что там? Парни, какой это нереально. Это нереально, это просто если нереально. Если я зелёный, это не значит, что я как улитка. Я понял, что, как пройти на патибасе. Как пройти? Там чисто ты по таймингам, Дань, попадаешь по трамплинам, по этим, по горочкам. Тихо! Таран, не трогай меня! Я сейчас за секунду уже до финиша долетел. А, да? Да меня какой-то овощ скинул. Да это просто жесть какая-то, друзья. Нет, Бэтмобиль.
Я ничего не понимаю. Я смотрю, Бэтмобиль летит, и там написано, чел вышел. И он летит на меня прям. А вот, да, реально, чел типа стоит, вообще отдыхает. Я вообще испугался. Что-то уже зенитки прям сложные, смотрю, пацаны. Я прошел. Ты прошел? Нет. Ну ты че, ну ты издеваешься, ну стой. Вау! Вау! Чё? Как я это сделал? Так, это было очень хорошо. Я летел, я уже думал, что все, я упаду, но я засейвился. Так, Лёха, это ты на скрамджете мне будешь? Мне остается совсем чуть-чуть. Ты на зенитке уже? Ты меня догнал? Так, естественно, я уже спустился. Это прям, тихо, пожалуйста, родненький таранчик, я тебе подкинул. Так, тихо, пацаны. Вау, все, я беру следующий чекпоинт, я прошел зенитку, и я первый, да. Это машина-рампа. Ребята, еще 4 чекпоинта остается, это просто жесть, реально, поставьте лайк. Оу, кому-то грузовичок помешал, это жесть. Так, ну а я пока что на рампе, и мне вообще по кайфу. О, я засмотрелся. Так, тихо, аккуратно. Лех, как там на зенитке, проходит? Нормально, я просто смотрелся, пока улетел в сторону. Камера там не летает, там это не помогает. В смысле нормально? Я чуть не понял, это как вообще понимать, там камера в разные стороны должна шататься, уничтожаться. Ну, смотря от какого ты, если близко смотришь, что если далеко смотришь, нормально. А, да, типа, а это вообще зависит. Я просто, блин, я вообще, у меня камера в разные стороны там пихалась, кувыркалась, я офигел от жизни. Ну ладно, окей, я, в принципе, уже на рампе и... Пацаны, ой, Алексей, здравствуйте, Алексей. Кто это? Кто это был на зенитке? Паш, сколько у тебя чекпоинтов? У меня 4 чекпоинта осталось, в принципе, блин. Ой, Паш, пацаны, подъезжай под меня, я тебе колеса оторву. Да не надо, спасибо, не надо, братан. Я, мне кажется, с колесами хочу как бы жить там, это, ехать, а без колес зачем? Жить не то жить, а. Так, тихо, ой, тут рампа, я ее подкинул. Ха-ха-ха-ха, буду самым опасным, самым крутым. Так, ой, зениточка, здравствуйте, так, извиняюсь. Я лампасом? Так. Ну почему ты едешь сзади? Даня, вот это, вот блин, Дань, я надеюсь, что ты все же пройдешь этому. Я без колеса! Перед чекпоинтом! Пожалуйста, руника! Дань, Паш, знаешь, откуда я упал сейчас? Пацаны, сшибайте его. Откуда? С нижней платформы, с ровной. Тихо, господи! Я, ребята, без колеса еду на чекпоинт, слава богу, я его взял. Это просто какая-то адская дичь была. Давай, господи. Это жесть, друзья. Поставьте лайкусик. Лёха, я с тобой. Лёха, я с тобой. Так, давай я тебе помогу. Не надо. Если я вообще тебе помогу. Нет, у меня все под контролем. А у меня таран взял, скинул. Так, все, давай. Остался всего лишь-то один прыжочек, и я буду уже возле чекпоинта. Давай, да, получилось. Все, друзья, я на платформе беру следующий чекпоинт, следующую тачку. И это у нас... Белаз. Нам жопа, точнее мне. Что это такое? Это Билаз, друзья. Это нереально пройти. Это просто все, друзья. Это ГГ, как бы, прощайте. Всем удачи, всем пока, блин. Ну что это такое? А я на форсаже. Он на форсаже. Грузовик. Это просто жесть, пацаны. Билаз, как Билаз вообще пройти? Это нереально, мне кажется. Это жесть просто. Блин. А, господи, нет, покемон, зачем ты меня подталкиваешь? Все, мне конец, хотя нет, Белас, держите, родники, он держится, чё? Я засейвился, пацаны. Ой, Лёх, ты упал. Я долетел, я взорвался. Понимаю, братан, ладно, желаю тебе удачи, там это как бы бомбёжки. Я с первого раза прошел этот грузовик, я приземлился, блин, чуть-чуть на попу. На попу. Ну, бывает, братан, бывает. Но я пока что на Белазе. Я вот сейчас, я буду офигевать, если я с первого раза пройду Белаз. И мне кажется, это будет просто адское везение. Так, давай. Я не могу пройти этот таран. Почему? Братан, ты старайся, главное, старайся. Там это, таранчик, он знаешь, как пушинка. Его главное контролировать. Удачи на Белазе. Так, тихо, на Белазе. О, это же твоя, блин, белорусская машина, почему ты с ней справиться не можешь? Братан, я справился как раз. Паша, я лечу к тебе аккуратно! Так, нет! Алексей, давай, адский разгон быстрее! Паша, зацени меня! Лёха, я не могу! Лёха! Прости, я не смог! Да почему так сложно? Я Белаз смог с первого раза пройти и. Блин, это было просто, наверное, самая сложная тачка, потому что мне вообще сейчас очень-очень жестко повезло. И я просто там кувыркался из одной стенки в другую, там из одного. Опа, Рокет Лотик. Так, ну-ка, блин, тут это реактивные тачки какие-то очень крутые, я так вижу. Так, все, полетели. У-ху.
Тихо, давай, кстати, давай, вот давай. Этот грузовик проходит очень легко его контролировать. Ну, нормально, у него подвеска адская. Ну ты серьезно, блин, ну прям на меня надо было, ты издеваешься, что это такое? Пока это... живу. Так, живу. Это понимаю. А, боже, мне бесит тачка. Так, Леха, я тебе могу засейвить, если надо. Надо, не надо, я наоборот тут за тебя сейвлюсь. Так, я. Ой, ой, тихо. Нормально, это не я. Это не я, это не я. Так, все, Леха, давай, удачи тебе желаю. Так, я поехал дальше. Боже, блин, осталось совсем, друзья, чуть-чуть осталось, получается, взять чекпоинт и спуститься, и уже, в принципе, мне кажется, будет финиш. Так, давай, вау! Чел, дурачок какой-то, он меня специально таранит. Ну, коронавирус, все, актуально. Тихо, это было красиво, и все, пацаны, я... Что ты? Тут какой-то чел стоит. В смысле? Нет, стой! Не надо! Паша, стой! Куда забрался? Подожди, все! Я приначал! Я смотрю на чела и такой вижу, блин, белас на меня летит. Так, пацаны, мне осталось всего лишь-то один чекпоинт. Один чекпоинт, давай! Это просто жесть! Это... И чела! Это круто! Ой, что там? Я почти прошел! Понимаю. Так, тут какой-то чел валяется, просто отдыхает вообще. Так, все, пацаны, я лечу на скорой помощи. Кому надо помочь, кому надо скорая подушить. Скорая помощь, нормально. Все, так, тихо, аккуратно. Ё-моё, ну, себе. Среди этих белазов, среди этих Катюши, и тут маленькая такая скорая помощь. Это просто... О, Алексей, здравствуйте. Здорово, Алексей, я лечу прямо к вам! Точнее, пролетел. Точнее, ну, я же под головой, да. Точнее, все, мне конец. Так, давай, ой, тут чел летает. Так, в принципе, я... О, это Алексей, здравствуйте. Нет, я как раз таки сейчас возьму финиш и просто улечу. Здравствуй, Леха, здравствуй, молодой. Так, тихо, ты че уже был? Ты че мне не даешь пройти? Так, все, давай. Нет, молодой человек. Конечно боюсь. Все, я лечу на финиш. Так, пошел нафиг. Да смотри! А, не смог, победа! Я... Финишируем, друзья. Все, я прошел эту адскую стенку. Мои ребята проходили 28 минут. В принципе, за это можно поставить лайк. Подписаться на мой канал. На канал Лехи Джал. На канал Дани Ретвер. Ведь они тоже страдали и страдают вместе со мной на этих жестких режимах. А также, ребята, не забываем. Набираем 3000 лайков. И новая стенка на стенку. Или же спуск без тормозов выходит чаще на мой канал. Ну и, ребята, с вами был Флейзин Ретвер Джал. Всем пока, народ. Всем пока, чуваки. Да, друзья, всем пока.